свидание в мечтах у девушки. Очень классный, да? Прям такой большой. Ну а как оно выглядит на самом деле? Ну, конечно, такое бывает в реальности, но только тогда, когда парень действительно влюблен. Ведь когда любишь, не находишь оправданий в виде отсутствия денег или времени и сделаешь все, чтобы твоя половинка была счастлива. Ну или просто он хочет вас трахнуть. Блин, классный сегодня вечер. Может, теперь ко мне? Алло, Полинка, привет! Погода такая хорошая, пошли погуляем! Да не хочу я гулять, мы расстались! Что? Я ему сейчас напишу! Ты себя-то уважай! Повторяй, я себя уважаю! Я себя уважаю! Он мужик, он сам напишет! Не напишет! Я сама сейчас напишу! Нет, не пиши! Вот это секси. Дорогая, кто там написал? Да так, спам. Рассылки. Хорошо, что удалил. Сам бы никогда не удалил. Later, bitches. Привет, а ты чё, одна сидишь? Малой, ты ничего не попутал? Кажется, нет. Нет, ну, конечно, я бы его уделал, но я ведь не дурак, чтобы поддаваться на провокацию этого бугая. Ну, знаете, дабы не наступать на те же грабли, у меня теперь есть помощник. Так, покажи мне, что будет, если я к ней подойду? Уходи за меня. Нет, пойду другую искать. Финальная попытка. Слушай, ты такой классный, может, ко мне поедешь? Ну, поехали. Слушай, ты иди вперед, я тебя догоню. Это то, что мне было нужно. Спасибо, Хонор. Я не Хонор, я Хонор. Буква Х не произносится. Ну вот что ты опять начинаешь? А нормально? Слушай, может, все уже? Дай посмотреть, что получилось. Чего ты решила, что так некрасиво кофта торчит? Перефотка, а? Многие парни мечтают встречаться с гламурными инста-чиками. Но теперь вы понимаете, что стоит за этой красивой лентой. Но это еще ничего по сравнению с тем, сколько денег нужно, чтобы ее содержать. Давай быстрее, Гуч ждать не будет. Это сук Шанель, это сук как Гуч, она круче твоей. Нихера себе, пердачок! Куч всех этих сучек. Ладно, забей, дом подрочь. Руки для куч, это сук Шанель. Да, пацаны, и такая херня вас будет преследовать постоянно. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Больше всего я сожалею о том, как многого я не успел сделать. Допустим, человек живет 70 лет. Это значит, что мы прошли примерно треть пути. Живи сейчас, смотри вперед, из прошлого бери ты опыт. И не думай о том, что было позади. Немного сна мы время тратим на работу. Оно несется быстро, год уже как миг. Лишь 9 лет осталось на саму свободу. Что это для тебя, решаешь только ты. Вагон длиною в жизнь, кто только в нем не побывает. Люди – вечный пассажир, они друг друга заменяют. Одни уйдут, придут другие. Важно не сколько, важно какие. Блин, такая крутая погода сегодня. Ну так, неделя до лета осталась. Так значит, Дэдпул уже в кино! Да блин, погода же хорошая! Да похер на погоду! Два билета на Дэдпул, пожалуйста. And
так вы же один. Нам 2 билета на Дэдпул. И 2 больших попкорн, пожалуйста. Ну, и мне тогда 1 маленький. Воу-воу-воу, чуваки, какой Дэдпул? Сюжета нет, мяса мало. Что ли дело смешарики? Там реальный трэш. Погнали. А, погнали! У этого чувака вообще есть свое мнение? Я попкорн забыла. О, слушай, видел вчера видос, который ты выложил. Такая херотень. Тебе вообще стыдно не было, когда ты его выкладывал? Чё? Да ты вообще видел, какие сам ролики снимаешь. Первый метод энергетических вампиров. Найти то, что вам дорого, что вам ценно, и стрелять именно туда. Тем самым, вступая с ними в дебаты, вы отдаете им свою энергию. Да, Глеб, блин, вот без этого, пожалуйста, происходит не слушай. Короче, еле дает только тебя, но ты не понимаешь. Принимая на себя проблемы других людей, вы становитесь донором, который впитывает в себя негативную энергетику других людей. Йоу, чувак, офигительно выглядишь. Это что, новые шмотки? Да. Общаясь с людьми, которые вселяют в вас уверенность в себе, вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Но не забывайте, что все это должно быть взаимно. Before you came into my life, everything was black and white. Now what I see is God. Я буду жить спокойно без тебя. Без этой дамы дешево. Понял. Какой же он у меня тюфяк. Можешь взять и пропустить. Ну ладно, возьму все в свои руки. Мне пора бежать. Пока. Ладно, пойду еще мороженое себе куплю. Она украла у меня банковскую карту. Это была моя любимая карта от Тинькофф Банка. Мы так круто проводили с ней время. У меня был повышенный кэшбэк в любых кинотеатрах. Я так хотел сходить с ней на Дэдпула. Господи, да что мне все это? Пока ты купил еще в кино, я купила нам 2 билета. Супер! Такая красивая. Чай будешь? Нет. Как хочешь. Я не знаю, что мне делать. Наши отношения зашли в тупик. Я не чувствую больше той искры, что было раньше. Но я поняла, что чтобы решить проблему, начинать нужно с себя. Какая же она все-таки у меня красивая. Это я в тебя стреляю.